Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Больше недели 9 могил муниципального кладбища были не закопаны. Меньше чем за сутки вопрос решили, с чьей помощью и что может ждать нарушителей. Как работать на себя, а не на дядю, в Барнауле учили на форуме «Мой бизнес». Чтобы не уезжали из региона, молодые ученые края просят принять закон, который бы их поддерживал. Вопрос решился меньше, чем за сутки сразу после приезда на муниципальное кладбище, которое находится во Власихе, барнаульских чиновников. Наша съемочная группа побывала там накануне днем и стала свидетелем вопиющей ситуации. Почти две недели в ожидании погребения находились люди, у которых не было родственников. Почему их не похоронили по правилам, расскажет Полина Жданова. Людей без семьи, без определенного места жительства, мертворожденных и детей без родителей хоронят на специальном участке муниципального кладбища. 9 свежих могил на кладбище в селе Власиха выделялись на фоне других сразу, потому что были не закопаны. Навряд ли за этими могилками будет кто-то пристально ухаживать и следить, потому что здесь захоронены только одинокие люди, и, по сути, посмертно, кроме муниципалитета, они уже никому не нужны. Даже здесь допускают несоблюдение определенных норм. По нормам муниципалитет хоронит безродных людей так же, как и других, закапывая сразу. А эти могилы, по словам смотрителя сельского власихинского кладбища, около 2 недель стояли едва присыпанные землей. То есть раскопать землю возможность была, а закопать назад уже нет. Руководство оправдалось тем, что сломался трактор. Вот и бросили могилы как есть. Могила должна закопана незамедлительно после привоза гроба. Это финансовый вопрос за ручную вот копку. Им надо сейчас, потому что после газеты вышла газета, им надо платить деньги за закопку. Платить они не хотят. То есть лопаты на кладбище есть, и закопать могилы можно, но почему-то руководитель кладбища решил, что безродные захоронения могут подождать, когда трактор починят. Только сами сотрудники оказались совестливы и обнародовали информацию о нарушениях норм. Администрация города сразу начала проверку. Чудесным образом на соседнем кладбище нашелся исправный трактор, и могилы начали закапывать. МУП, специализированная похоронная служба Барнаула, направила трактор на сельское кладбище для устранения ситуации. Оперативно были приняты меры по приведению могил в надлежащее состояние. В течение часа эти работы были выполнены. С руководителей похоронной службы города и Власихинского сельского кладбища взяты объяснительные. Виновных привлекут к ответственности. Следственный комитет проведет дополнительные проверки по выявлению и других нарушений. Кстати, как нам стало известно, для директора сельского кладбища во Власихе это далеко не первое разбирательство. За его плечами несколько судов, которые, по словам сотрудников, он проиграл. В этот раз он просто решил резко взять больничный и ничего не комментировать. Правда, от ответственности его это не спасет. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Неизвестные вандалы мешают подрядчику укладывать резиновое антискользящее покрытие на лестнице, ведущей в Нагорный парк. В этом убедились наши корреспонденты, решившие проверить, как ведутся работы. Напомним, в начале октября по инициативе мэрии лестницу, ведущую на гору со стороны площади «Спартак-2», начали покрывать слоем резиновой крошки. Это по замыслу проектировщиков сделает ступени более безопасными во время зимы. Ранее горожане жаловались, что после дождя и с наступлением морозов они становились скользкими. На сегодняшний день, по словам подрядчика, две трети лестницы уже покрыты крошкой. Увы, процессу мешают вандалы, которые периодически буквально вырывают целые куски покрытия. Мы уже бьемся, это самая такая большая проблема. Бывало, даже в 2 часа ночи отсюда уезжали, работали допоздна, приходим и утром все равно вот идут, лезут, проволока, без разницы, хоть перетянута, хоть чем, все равно лезут в наглую и все. И не убедишь ничем, ну, то есть как бы вот так, понимания никакого нет. И, ну, не знаю, не берегут чужую работу, люди стараются, делают для ниже. В итоге на восстановление у рабочих уходит дополнительное время. Впрочем, подрядчики уверяют, что на сроки завершения работы это не повлияет. Покрытие уложат до конца октября. К другим темам. Остановить массовую утечку молодых мозгов из Алтайского края требуют алтайские ученые. По их словам, в крае недостаточно развита поддержка молодых исследователей, поэтому они просто уезжают из родного региона. Сегодня ученые классического вуза обратились к председателю Алтайского заксобрания Александру Романенко с просьбой рассмотреть новый законопроект о поддержке молодых ученых.
Выпускник технического вуза, молодой ученый, преподаватель, победитель федерального гранта, без пяти минут кандидат технических наук Сергей Гайс только что с завода, где изготавливает детали для деревообрабатывающих станков. Работа пыльная, грязная, признается Сергей, но хорошо оплачиваемая – 40-50 тысяч рублей в месяц. У него есть и непыльная занятость в политехе, правда, это больше хобби, признается молодой человек. Реального заработка научная деятельность ему не приносит. Я в вузе преподаю на 0,2 ставки ассистентом на сегодняшний день. Ставка ассистента, если не ошибаюсь, это 9, по-моему, тире 10 тысяч. То есть, ну, вот от 0,2 0,2 там выходит порядка 3, по-моему, тысяч. На голую зарплату преподавателя выжить, ну, я считаю, что проблематично. А это 33-летний ведущий сотрудник классического вуза Николай Серегин, кандидат исторических наук. Размер своей зарплаты не назвал, добавил лишь, что при желании научные сотрудники могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, печатаясь в научных сборниках, издавая монографии, подавая заявки на гранты. Тем не менее, Николай Серегин сегодня в кабинете председателя Краевого заксобрания Александра Романенко пришел за законом, поддерживающим молодых ученых. Безусловно, есть необходимость расширения поддержки молодых ученых в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе в связи с необходимостью целенаправленной работы по предотвращению оттока молодых ученых из Алтайского края. А для этого нужен целый пакет льгот для молодых исследователей. Дополнительные гранты, научные оплачиваемые командировки, стипендии, премии и многое другое. Если такие меры поддержки появятся, то наши светила науки не будут уезжать из региона. Александр Романенко ученых услышал и отметил, что, возможно, уже к концу этого года краевые депутаты рассмотрят закон о поддержке молодых умов края. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, чтобы заработать, молодым ученым можно создать свой бизнес. А вот насколько сложно начать работать на себя, а не на дядю, говорили сегодня в рамках масштабного предпринимательского форума «Мой бизнес». Успешные бизнесмены делились опытом с начинающими и друг с другом. Один из фундаментов сегодняшнего устройства нашей экономической системы. Уже по состоянию на начало 2019 года более 270 тысяч человек, жителей края, были работниками предприятий малого и среднего предпринимательства. К 2024 году количество бизнесменов в регионе планируют увеличить до 330 тысяч. Тогда участникам бизнес-форума не хватит и Дворца культуры Барнаула. На бизнес-форуме более 900 участников. Все это люди с Алтайского края. В их числе есть и те, у кого уже есть готовое предприятие, оно функционирует. Но и среди участников есть люди, которые только планируют открыть свой бизнес. Большая часть участников – те, кто только планирует открыть свое дело. На форуме им рассказали, что государство может помочь в развитии бизнеса, а главное в создании собственного предприятия – начать. Эти форумы, как мы рассчитываем, дадут людям и стимул к открытию своего дела, а тем, у кого свое дело уже есть, дополнительные инструменты, мотивацию для развития и все необходимое для улучшения своих показателей. Нужно много работать, нужно мотивировать себя, нужно заставлять себя вставать по утрам, я не знаю, там работать не по 8 часов, а головой, да, ну, как говорят. Работать сначала особенно приходится очень много. Те, кто уже не работает на дядю, могли завести на форуме полезные знакомства, послушать историю успеха алтайских предпринимателей. Обсуждали все стороны работы на себя, от правильного разделения финансов до необходимости непрерывного образования. Но вот помогут ли алтайским предпринимателям советы спикеров, если проблемы в регионе? Мы занимаемся производством оборудования для санаториев. В первую очередь это, конечно же, логистика. Оборудование дорогостоящее, логистика удорожает. Конечно, мы иногда из-за этого выпадаем из рынка. Также одной из характерных для региона проблем предприниматели называют низкую платежеспособность и населения, и бизнес-сообщества. Большинство стартапов начинают работать на деньги, взятые в кредит. Но если заранее продумать бизнес-план и просчитать все риски, любой проект может стать успешным. Не бывает так, что все ниши заняты, потому что мы сами, собственно, занимаемся поиском ниш постоянно, и их поле не паханное. Возможно, после форума поле начнут пахать активнее. Те, кто до сих пор не решался начать свое дело, сегодня получили всю необходимую для этого информацию. А состоявшиеся предприниматели наметили возможности для роста. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.
Продолжаем выпуск. Десятки нарушений и административных дел. Алтайских трактористов сейчас активно проверяют сотрудники Гостехнадзора. Такие проверки проходят по всему краю в рамках операции «Прицеп». Грубые нарушения могут стать причиной аварии, смертельной аварии. Как проверяют аграриев на совесть, узнавала моя коллега Ирина Корчагина. Вы хозяин трактора? Нет. Он хозяин трактора. Кто хозяин? Вы? Я хозяин. Да. Аграрии немножко запутались. Документов с собой нет, прицеп не зарегистрирован, целый букет нарушений. В школе это обронилось, все, и запахало, она в пахоте, потом ничего не найдешь и не восстановишь. Операция «Прицеп» не случайно проходит в сентябре-октябре. В осенний сезон крестьяне вывозят сено, солому, сельхозпродукцию. Водитель трактора Валерий Шумахер содержит 15 коров, которых надо кормить. В подсобном хозяйстве трактор – вещь незаменимая, только в данном случае небезопасная. Прицепы неисправны, фары не работают, тормозная система оборудована не по правилам. Ну а что касается оборудования прицепа, почему он в таком состоянии? Ни фонарей. За такой выступающий хендмейд Шумахеру придется заплатить штраф 300 рублей. Фермер говорит, нарушает, потому что нет денег на большой прицеп. Он стоит порядка 300 тысяч рублей. Перевозка сена, рулоны, в общем, мало входит в телегу, вот поэтому и делаем вот эти вот жерди, чтобы больше увезти за раз. На федеральную трассу они стараются не выезжать, то есть стараются пользоваться полевыми дорогами общего пользования. При каждом выездном рейдовом задании нарушители выявляются по нескольку, то есть в зависимости, ну, практически каждый раз. В прошлом году по итогам рейда Гостехнадзора в крае более 300 водителей были привлечены к административной ответственности. Многие нарушения были устранены, и, возможно, кого-то это уберегло от аварий. А вот случай в Шипуновском районе унес жизни нескольких человек. При неработающей световой сигнализации машина, трактор с прицепом поворачивал налево. Соответственно, при обгоне сзади идущий автомобиль не увидел поворота, и вот произошла авария. Операция «Прицеп» будет проходить во всех районах края до 24 октября. Итоги проверки Гостехнадзор озвучит позже. Короче, земля ждет, работать надо. Надо к весенним полевым работам готовить. Ирина Корчагина, Николай Шулко. День с толком. В Барнауле появился фонтан, по которому можно ходить. Более того, он для этого предназначен. В индустриальном районе провели пробный запуск особого пешеходного фонтана с подсветкой. Зеленый, красный, синий и струи воды под 2 метра. Сквер на улице Панфиловцев всегда был любимым местом для прогулок горожан. Но так шумно и весело здесь, пожалуй, не было давно. Место для фонтана выбрано не случайно. Когда-то здесь уже был фонтан. Правда, без вот такой разноцветной подсветки. Долгие годы он стоял в запустении. И вот, наконец, новое рождение. Благоустроили именно это место благодаря активности горожан. За сквер на Панфиловцев проголосовало почти 10 тысяч человек в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все работы обошлись федеральному, краевому и городскому бюджетам в 22 с лишним миллиона рублей. На фонтан ушло 8. По словам подрядчиков, конструкция надежная и предельно антивандальная. Система очистки воды спасет трубы от мусора, а сама поверхность очень прочная. Решетки тоже смонтированы так, что их невозможно украсть, да? Ну а человеческий фактор – это... Как так можно разбить бутылку, заехать на автомобиле, прокатиться, как говорится, на мотоцикле. Это, конечно, от этого никто не застрахован, но на это все предусмотрена нагрузка этого фонтана, что даже при полном загруженности детей, хоть до 1000 человек детишек он готов принять. Что же до самих барнаульцев, кроме восторгов, мы от них ничего не услышали. Для нашего города, конечно, это супер. На самом деле. Для детей будет восторг, летом следующим не вытащим их с фонтана. Круто. Этот фонтан летом будет, правда, мы отсюда не вытащимся от этого фонтана, мы будем по нему бегать и все. К сожалению, для многих это первый и последний запуск фонтана в текущем году. Проверив, что все работает как нужно, подрядчики планируют до конца месяца закончить благоустройство сквера, уложить плитку и подготовить фонтан к зимовке. В следующий раз его запустят уже в первые теплые весенние дни следующего года. Конечно, если за зиму он останется целым и невредимым. Илья Кчетков, Алексей Фризин, «День с толком». На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза — компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в YouTube и в социальных сетях. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.